проиграла в «Правду или действие», поэтому теперь пробую 10 коктейлей в Алматы. С утра чисто для разогрева начнем с кофе, вот такого очень красивого, и апельсинового сока. Скажу так, это было божественно. Далее кое-что необычное. Это вот такой вот напиток со сырной шапкой. Это было очень странно. И также моя любимая матча. В принципе, мне зашло. Далее направляемся пить из вот таких вот необычных кружечек. Это получается чай, но похож он на вкус на Arizona Ice. Точно вернусь еще раз, мне очень понравилось. Во время обеда меня пригласили, я взяла вот такой вот мохито. В принципе, обычный мохито. Далее был фраппучино из Starbucks. Он был очень вкусный. Ближе к вечеру я отправилась пробовать апероль шприц. Он был безумно приятный, апельсиновый, мне понравилось. Поехала уже в другое место, и там я снова взяла мохито. Отличался от прошлого, но был самый обычный. Следующий напиток мне зашел, это матча с тапиокой и какой-то пенкой. Закат уже окончательно прошел, было очень темно, и я направилась пробовать вот такой вот коктейль. Я не знаю, что это было, но это было безумно вкусно, наверное, один из самых лучших в этом виде. Следующий коктейль мне понравился больше всего визуально, потому что к нему также подают вот такой вот карманчик с ягодками и нарезанный апельсинчик, и он такого ярко-ярко красного цвета. Назывался он Blackberry Tonic. Поехала снова на другую локацию, там я снова взяла апероль шприц, только в этот раз он был более насыщенный и более апельсиновый. Ну и уже последним делом в другой локации был милкшейк. И, кстати, насчет милкшейков, в этом видео также забыла показать, я попробовала вот такой вот манговый шейк, это был, наверное, самый вкусный в этом видео, его я безумно советую. Вот такой вот получился день, что мне попробовать в следующем видео, пишите в комментариях, и что вы думаете по этому поводу.